Итак, исходная ситуация. Необходимо создать телепромтер или суфлер для того, чтобы, глядя в глаза, точнее в объектив вот этой камеры, читать некий текст без запинок, без пауз. Просто выразительно, глядя в глаза, читать. При этом текст не виден самому зрителю. Исходная ситуация. У меня есть вот именно эта камера, друзья. Для другой камеры это описание не подойдет. Вы, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Мы рассмотрим другие ситуации. У этой камеры есть очень важная особенность. Она может крепиться через резьбу на вот этот удивительный штатив. Он небольшой, он для меня уже стал привычен. Я легко выставляю необходимые мне геометрические размеры. Это очень хорошо. А теперь самое хитрое, что придумал я. Я купил вот это вот ведерко где-то за 250 рублей. Оно называется ведерко для стирального порошка. Вот эту крышку можно, в принципе, выбросить, эту ручку оторвать. Я не знаю, зачем она нужна, но вот я пока ее храню. Следующее, что здесь является интересным. Вот этот вот шурупчик, он предназначен для крепления обычного куска стекла. Вот такое стекло. Вот оно здесь располагается вот так у меня. И угол наклона этого стекла, если его поставить, примерно 45 градусов. Вот здесь находится основание вот этой камеры. И именно здесь я просверлил вот это отверстие для крепежа всей этой конструкции на вот этот штатив. И вот здесь я просверлил болгаркой отверстие. А вот этот вот клапан я вот прицепил так. Он служит для того, чтобы туда камеру внести, закрепить и потом прикрыть, чтобы не было отсвечивания. Давайте проведем всю эту процедуру практически. Итак, от меня открутить вот это вот соединение. Вот это замечательное свойство этой веб-камеры. Повторяю, в вашем случае будет все по-другому. Обращайтесь ко мне, я скажу, как быть в вашем случае. У каждого своя постановка задач. Так, вот здесь самое сложное – это попасть. Это самое сложное. О, попал. Все. Дальше необходимо его закрепить так. Для меня очень удобно менять высоту. Я сижу здесь, поэтому вот этот вот рычаг должен быть направлен ко мне. Благодаря ему я поднимаю, опускаю угол наклона. Это важно, чтобы голова не задиралась. Вот. Закрепляется камера. Все очень просто. Все, камера закреплена. Камера закреплена. Выровнять можно вот этими ножками. Они очень хорошо держат, отгоризонтировать. Осталось поставить сюда стекло. Вот как мы и говорили. Стекло вот так вот я выгибаю. Так, еще раз. Вот так. О! Все. Коллеги, стекло закреплено, камера смотрит вниз, вот и все. И осталось вот сюда разместить сам телефон. Как он работает, покажу чуть позже. Вот, в принципе, и вся конструкция. Осталось ее отгоризонтировать помощью, вот так отгоризонтировать, и можно вещать. Задача решена, конструкция создана, и ее можно разобрать.
Давайте я разберу всю эту конструкцию. Можно начать с винта. Ну, стекло там пусть лежит. Все. Вот и весь ваш телепромптер. Суфлер. Ну, я еще, он был белый, я его покрасил черной краской с баллончика. Чтобы он был более, чтобы меньше отблескивал, не было засветки внутри. Вот и весь секрет. Ну и как работать с этой программкой для чтения текста в зеркальном отображении, можно показать вот этот пример. Программка Simple Teleprompter. Simple Teleprompter. Она позволяет это делать. Вот тут уже готовые тексты есть. Например, вот этот текст есть. Я вверху выставил пустое место, чтобы успеть сесть. И этот текст можно отредактировать или вставить копипастом. Здесь имеются настроечки, зеркальное отображение, размер букв, скорость, ориентация, отключить поворот экрана перед началом и после чего нажать на кнопку сохранить и старт. Вот появляется этот текст. Идет счетчик обратного времени. Вы сели, успокоились, выдохнули и начали читать текст, но в зеркальном отображении. Вот так вот в телепромптере он отображается в зеркальном отображении. Все. Нажали пальцем, остановился. Нажали еще раз пальцем, текст поехал. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Если понравилось, ставьте лайки и пишите мне вопросы. До встречи, дорогие друзья!